Ну здравствуй, мой дорогой друг, меня зовут Евген, и ты смотришь канал «Сибирский бродяга». В общем, сегодня у меня одиночный поход, поход в лесную глушь, в общем, где много, большое количество мошки, комаров. Пока шел, всего сжирают, еще остановился на таком сыром месте. Ну, на сыром месте я, конечно, остановился неспроста, так как, чтобы мне была и вода, в общем, и камни. Ну, позже вы узнаете, для чего камни. Вода, естественно, вы, друзья, знаете, для чего, чтобы ее пить. Вот, ну, взял на всякий случай с собой канистру, потому что не знал, найду ли я воду или нет. Вот, сегодня у нас плюс 32. Идти, друзья, в футболке невозможно. Сперва я поначалу в футболке шел, а потом начала есть, просто сжирать заживо мошка, комары. В общем, слепни, уже и у нас и слепни есть. Нынче у нас как-то май удался такой достаточно жаркий. Где-то шел снег, а у нас, друзья, и снег раньше стаял, в общем, и жара ударила. Вот. Ну а сегодня я буду использовать подвесную систему для ночевки вот в таких в заболоченных местах, где и палатку не поставить, где везде кочки, камни, вода. В общем, в этом подвесная система очень выигрывает. Вот, так что, друзья, сегодня будем и готовить, и что-нибудь делать. Я взял с собой 20 метров каната, можно сказать, страховочного. Вот, сегодня будем, друзья, развлекаться. Так что сегодня я в походе один, одиночный поход. Вот, сегодня, думаю, будет интересно. Так что, друзья, поснимаю для вас майский лес, майскую тайгу, какие-нибудь пейзажи, цветочки. В общем, столько цветов, друзья, распустилось очень-очень много. И лекарственных растений, и не только лекарственных. В общем, все их не перечислить. Там и огоньки, и володушка лекарственная. В общем, друзья, цветов очень много. И кукушкины слезки. И, в общем, друзья, все вы увидите в этом ролике. Так что, друзья, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Вот. Ну, а сейчас я буду вешать гамак и скорее-скорее разводить костер. В общем, сегодня забыл с собой репеллент взять. Так что сейчас все тело зудится, чешется от укусов. Вот. Так что буду я сегодня защищаться от кровососущих насекомых, от клещей, от комаров, всяких, от всякого гнуса. В общем, буду, ребята, использовать таежные народные средства. Так что поехали. Да, ребят, не ожидал я, конечно, тут услышать какие-либо трактора, работы бензопил, голоса людей, потому что нахожусь далеко в глуши. Вот. И неподалеку, видать, начали пилить лес. И так у нас уже, если квадрокоптер поднять, то можно просто взяться вот так за голову и как сказать, посмотреть людям в глаза вообще, что же вы делаете. Это же нарушается экология наша, нашим детям, вот моим детям, допустим, там, моим внукам уже некуда будет сходить в лес. Просто все будет голое, все выкашено, выкашивается, это все под ноль главное. И обидно, что продают этот лес, нашу тайгу сибирскую, продают ее в Китай. А Китай уже за большие деньги нам шлет, то есть китайское говно, можно сказать, прессованные опилки, ДСП, ДВП, в общем, и так далее, в общем. Но бороться с этим, друзья, я не знаю, как вообще, что делать, куда вообще там жаловаться, обращаться там. Это все решается с деньги, все это, не знаю, ребят, у меня просто слов нет. За тайгу просто обидно, что вот такую прелесть нашу сибирскую, то есть, а косят-то все подряд, то есть, и березу, и кедр, и пихту там, и, в общем, и так уже ничего не осталось. Ничего нету, друзья, везде одни дороги вообще, куда ни пойди, везде дороги, где заблудиться, ребята, можно.
Просто, даже если лес выкошен, там туда дорога, и пошла, поехала. В общем, все везде трелевочниками изъездено, друзья. Вот, хочется вот так сходить на разведочку, там поснимать. Ну, конечно, я не буду этого делать, я не сам себе враг, допустим. Да, но когда это делают много людей, допустим, то за это можно, ребята, взяться, да. Потому что все мы любим тайгу, я думаю, все... В общем, друзья, все, слов нету. Как друзья говорят еще, в тайгу мы ходим не ругаться ни с кем, а чисто отдыхать. Поэтому, ребят, что-то у меня маленько сегодня настроение испортилось, конечно, при услышав такие звуки. Вот. Ну ладно, ничего страшного. Сегодня я взял с собой панельку вот такую солнечную. Будем заряжаться от нее, то есть заряжать свои гаджеты. Вот, набил полный рюкзак, шел, ребят, с 35-килограммовым рюкзаком где-то у меня сегодня, и у меня никогда еще, наверное, я не носил столько, да еще один когда плюс. Поэтому, ребята, сегодня еле-еле допер его, а у нас тут горы. Из одной горы в другую гору. Не знаю, ребята, еды набрал на целую неделю, наверное. Ну, хотя я люблю поесть очень вкусно и очень много. Поэтому вот взял с собой сегодня сосиски, ветчина рубленная. То есть посуду. Сахар. Сегодня хочу сделать вкусную курочку. Прям курицу, ребята, взял целую. Не знаю, не протухнет она у меня. Потому что на улице жара стоит. Вот. Ну, будем подальше убирать от солнца. Вот, сейчас первым делом натяну гамачок. Ну что, друзья, в порядке 5 минут моя подвесная система установлена и готова встречать наводнение. Если пойдет дождь, там будет идти, даже дождь, если будет идти сутки, мне уже не страшно, ребят. Правда, что плохо, что под низом я не могу костер там разжечь, потому что прогорит тент. Ну а так, ребят, я буду спать в сухости, то есть там будет сухо, вот. А в палатке, конечно, я вот так вот попадал уже, ребята, что двое и три дня лил дождь, пока уже не пропиталась земля уже капитально водой, то есть уже земля не впитывала воду, а уже бежала прям в палатку. Вот. И вот преимущество этого гамака, что можно спать сухому, и не бояться, что тебя что-то затопит ночью. Или будет идти дождь сверху. То есть с тента все скатывается. Вот. Ну ладно, друзья, сейчас буду искать сухое место для костра, разводить костер. Но желательно подальше от гамака. Вот. Ну там на расстоянии 3-4 метров где-то. Ну вот они, трутовики, но они сырые,
Я думаю, что гореть он навряд ли будет сырой. Его надо нарезать и посушить. Вон, ладно. Это мы, может, сейчас сделаем маленько позже. Так. Думаю, мне первым делом лучше, наверное, замариновать курицу, пока она не испортилась. Потому что в такой жаре охлажденная курица пропадет очень быстро. Вот, взял сегодня с собой прям целую курицу такую. Хочу ее на вертеле прям зажарить. Вот, думаю, получится вкуснятинка из вкуснятинок. Взял с собой сегодня новую сковородку, вот такую. Вот в ней замариную курочку. Вот такая вот у нас сегодня курочка. Можно сказать, дикая уточка. И вот так вот мы ее. Сейчас мы ее посолим, поперчим. В общем, купил сегодня какой-то маринад для шашлыка. На огне, барбекю, в духовке. В общем, подходит для всего. Перед применением встряхнуть. Время маринования от 30 до 120 минут. В зависимости от интенсивного вкуса. Так что, ребята, сегодня мы попробуем, что за маринад у нас. Сейчас мы ее посолим, поперчим. Я не знаю, там соль, перец есть, нет, но я на всякий случай немножко присолю. Вот так вот. Думаю, сойдет. Он вон какой, с аджичкой, что ли. Так, тут курица 2 килограмма где-то. Сейчас прям хорошенько замаринуем. Крылышки, все это хорошо прям. Вот, и пусть она в нем постоит полчаса, пока я дрова таскаю, костер разведу. Thank you.
Так, друзья, вода закипела. Оба. Можно кидать веточку смородины и три заварки. И будет чаечек. Ух. Все, сейчас будет чай, черный чай со смородиной. Со вкусом. Не с ароматизатором уже, а со вкусом. Люблю чай пить, когда он только что с костра, когда вот он вскипел, не постоял ничего, потому что маленько постоял, чай уже остывает. А я люблю вот такой прям бурный кипяток, чтобы был. Тогда он намного вкуснее. Ну что, друзья, пришло время построить на нашем болоте столик с сидушкой вместе, чтобы можно было потом вкусно покушать курочку, попить горячего чая и, в общем, друзья, отдохнуть с комфортом. Все, жерди уже держит, то есть держит человеческий вес. Вот. Сейчас начинаем делать столик. Ну вот, ребят, готов наш такой компактный и уютный столик, который, ну, буквально я сделал, ну, за минут, наверное, 20 от силы. То есть здесь жерди, они полностью на возвышенности, вот, выдерживают человеческий вес. Вот, ну а здесь, друзья, можно сегодня культурно будет вечером под наш костер покушать. Только сперва сейчас приготовим курочку. Ну а сейчас пьем горячий чай. Уютно. Так, делаем большой шампур для нашей птички. Пора ее уже жарить. Уже прошло больше часа. Промариновалась.
Сейчас маленько кожуру сниму. О, ребятушки, это будет что-то. Сейчас мы ее оденем на наш шампур, на веретело, и будем вертеть ее, нашу курочку. По-любому это будет вкуснятинка. Вот так. Сейчас еще палочками ее прижмем, чтобы ее не мотало никуда. Да, отгрузил. Ну вот, наша птичка готова. Хе-хе. Идем запекать. Запах, ребята, просто обалденный. Не знаю, ноги и потом, наверное, развязать. Сейчас прожарится со всех сторон. И будем кушать. Ой, а прям не терпится уже кожицу попробовать. Ну что, друзья? Курочка готова. Идемте кушать за наш примитивный столик. Сейчас я вам покажу, какая курочка. Вот так вот она аппетитно, ребята, выглядит. Она просто закопченная. Вот тут недалеко столик у меня. Сейчас покажу еще раз. Друзья, смотрите. Какое-то просто волшебство какое-то, наверное. Оба! Вот она, курочка, друзья, на столике лежит. Я постелил сперва пихтолапку, потом постелил травка такая у нас растет мелкая, наподобие осоки что-то. Вот, она очень мягкая, но она, кстати, режется. Ее лучше не рвать, а срезать ножиком. Поэтому сейчас мы развяжем лапки и приступим, ребята, к трапезе, к волшебной. Первым делом наливаем вкусного чая. Вот так вот. И теперь можно садиться, ребята, за наш царский стол. И приступать к вкусной трапезе. Сейчас мы еще в чаек добавим пихтовую веточку для аромата леса, чтобы был аромат леса. Вот, посыпем сахарку. Вот так вот. Я люблю чай сладкий, особенно с курочкой. Так что, друзья, welcome, можно приступать. Так, веточка уже, наверное, отдала все свое.
размешиваем чаек. Ребята, какие ароматы! У меня, короче, друзья, аж слюнки текут уже. Я уже не могу, друзья. Ух, еще там у костра хотел курочку эту съесть. Прям сырую. Я еще ничего не ел сегодня, ребята. Время уже вечер. Уже 7:30 вечера. Скоро уже спать, друзья. Я еще не ел. Ох. Ну ладно, друзья. Сейчас поедим. Я сейчас крылышко начну. Мясо от кости отделяется. Вот как культурный человек. А то все говорят, на земле всегда ешь. Вот поэтому сидим как дома. Только комары досаждают. Ну вот как, друзья, как отказаться от таких походов? Это невозможно. Во-первых, дома приготовить курицу можно, да. Но на костре, друзья, она будет в 2 раза, в 5 раз, в 10 раз вкуснее. Ну вы же сами, думаю, знаете об этом. Это просто вообще сказка. Вот я не зря с крылышка начал. А косточки я не буду раскидывать. А то меня тут посетят дикие звери. Надо лапки развязывать. Все. Завязывал, кстати, акацией. Акация, она как эта веревка. Блин, думал, клещ ползает по мне. А нет. Это, ребята, просто ну это кайф, ребят. Ладно, сейчас я поем и включусь. А то вы меня смущаете. Вот. Да и комары меня смущают. Да уж, ребята, это вообще жесть. Даже поесть не дали спокойно. Ни комары, ни мошка. Короче, заели всего. Курицу на столе оставил. Закрыл ее пихтовыми ветками. Это жесть. Весь опух, короче, все руки, все полностью. Вот так вот, друзья, накусали эти гады. Валдыри. И на лице также. На ушах везде. В общем, еле-еле от них я мог в гамаке, короче, спрятаться. Залез прям в обутках. Не успел, ребят, разуться. Вон, лег, короче. И все тело зудится прям. Невыносимо. Ну что, друзья, вот у нас и стемнело. И пока летает там гнус, я не могу выйти, разжечь костер. В общем, хочу воспользоваться случаем, передать вам всем огромные приветы с тайги сибирской. Вот, ну так как я вас, друзья, всех сильно не знаю,
Открыл тут, короче, сохранил заранее уже скриншоты с комментариев. Вот. И хочу передать приветы. В общем, начнем с Алексея местного. Вот. Леха, огромный тебе привет с тайги сибирской. Тебе счастья, здоровья сибирского нашего. Если что тебе нужно будет в Сибири, заказывай, отправлю бесплатно. Так. Также хочу передать привет на Украину, лучший Китай, ВК. Вот, мы с ним общаемся также. Также у него есть свой YouTube канал, называется «Лучший Китай ВК». Кстати, если кому интересно обзоры посылок, он там распаковки делает. Друзья, можете поддержать канал. Канал очень хороший, замечательный. В общем, welcome. Также хочу передать привет на Украину Ольге Пацау. Оля, огромный тебе сибирский привет. Счастья, здоровья, любви. Если кто не знает, это моя родственница. Она живет с моим братом на Украине. Вот. Также хочу передать огромный привет Алексей Горная Шория. Это наш тоже стал видеоблогер. Он живет в Казе. В общем, где и я же. Вот. Ну, передаю приветы, друзья, потому что мало ли что, я не смогу отсюда выбраться с тайги. Меня съедят гнус, либо сожрет медведь, друзья. А камеру найдет кто-нибудь. Потому что камера не нужна никому. Вот. И выложат мое последнее видео на канал там кому-то или у меня. В общем, видео вы увидите в любом случае. Также хочу передать привет Кристевой Алене Анатольевне. Это Нининой маме. Также и Нине привет передаю, ее детям. Степашка, привет тебе огромный с сибирского леса. Надеюсь, еще сходим в поход. Также привет передаю Тасе. Это Нинина дочери также. Вот, надеюсь, еще выберемся как-нибудь в поход. Вот, также огромный привет каналу Неудержимые. Тоже передаю привет из Сибири. Вот, канал Над землей, дружище, привет. Я помню, ты мне высылал баннера. Также проект, если кто проект еще мой ждет, также он, ребята, будет в скором времени. Просто я сейчас работал, тут день рождения отмечал. В общем, пока, друзья, некогда было. Вот, но проект уже в разработке, я уже начал что-то там делать, друзья. Ну, потом вы это все увидите. Также передаю огромный привет каналу Bike Trip. Это Наташа, Наташенька. Она, по-моему, с Твери, если мне не изменяет память. Наташенька, в Тверь огромный привет из тайги сибирской. В общем, счастья, здоровья, любви. Катайся на фэтбайке. В общем, я знаю, что ты купила МТБ, еще велосипед, но фэтбайк все равно выигрывает. Также на нем можно и зимой кататься, и летом. Вот. Также хочу передать огромный привет Людмила, которая мне пишет постоянно комментарии, постоянно смотрит мой канал. Людмила, огромный тебе привет с тайги. Вот. Если будешь смотреть это видео, так что я тебе передал привет. Также хочу передать огромный привет Витамин. Он, привет, Жека, рад за тебя. А я за тебя рад, дружище, что ты смотришь мои видео. Так что огромный тебе привет, прям вот из гамака. Счастья, здоровья, удачи, короче, друг, тебе всего самого наилучшего. Также хочу передать привет Александру Колесникову. В Москву. Я не знаю, где он сейчас, в Риге или в Москве, или на Украине где-то в последний раз был, мы с ним общались. Саня, спасибо тебе за поздравление с днем рождения. Извини, что вовремя не смог ответить.
Но я все читаю, всех, друзья, запоминаю всем. Либо я сегодня отвечу там, либо завтра, либо через неделю. Но обязательно всем отвечу. Вот. Также хочу передать огромный привет друид Феофан. Это мой друг. Он живет в Сыктывкаре, по-моему, если мне... А, в Карелии, если мне память не изменяет. Да, в Карелии. У друида Феофана есть свой канал, у него, как и у меня, канал воровали тоже, но удачно смогли восстановить. Вот. Так что, ребята, если кому интересно, также охота, походная тематика, можете посмотреть, подписаться. Вот. Еще хочу передать огромный привет Дим Дип. Это на английском написано. Он тут писал тоже что-то. Почаще ходите в походы вместе. С вас новое видео. Спасибо тебе, дружище, огромное. Как-нибудь мы еще сходим, я надеюсь, в поход. И также будут проекты у меня новые. В общем, и обычные походы будут. Может быть, и сплавы пойдут, там и рыбалочка местами будет. Но я, друзья, не особо с меня рыбак-то. Я как-то больше к тайге как-то ближе. Но могу там покидать удочку на хариуса. Вот, извиняюсь, фонарь упал что-то. Телефон. Испугался аж. Аж сердце дрогнуло. Вот. Также хочу передать огромный привет Стасу Расторгуеву. Это мой подписчик. Мы с ним как-то ходили за опятами вместе. И ходили неоднократно с ним в походы. Стас, огромный тебе привет. Я знаю, что ты живешь в Новокузнецке. Так что Новокузнецку привет. Ждем, когда кончится коронавирус. И ты сможешь приехать ко мне. И мы с тобой сходим в поход. Вот. Так что респект тебе с гамака. Вот. Также хочу передать огромный привет Вауйке ТВ. Вот это Андрюха. Андрюха, я не знаю, где ты, правда, живешь. Напиши потом в комментариях. В общем, друзья, кто где живет, с вас как в комментах указывайте. Так что, Андрюха, огромный тебе привет с гамака, из самого сердца Сибири, горная Шория, тайга. В общем, все в силе, все красиво. Будут походы, будут, короче, путешествия куда-нибудь в горы. В общем, Андрюха, смотри, я думаю, тебе понравится. Так, также хочу передать привет Труфанов Валентин. Вот, тоже постоянно пишет мне комментарии, тоже я на их постоянно ему отвечаю. Валентин Труфанов, огромный тебе привет с тайги сибирской. В общем, не болей, счастья, здоровья, любви, удачи. В общем, Валентин, респект тебе. Также хочу передать огромный привет Дмитрию Товстогану. Тоже мне постоянно пишет мне комментарии под каждым видео, даже и под какими-то старыми он мне постоянно пишет. Там до сих пор у меня, так как на канале что-то 250 видео, что ли. Вот, и он их все смотрит, в общем. Валентин, Дмитрий, огромный тебе, короче, респект за твои комментарии. Я на все их отвечаю. По возможности, конечно, может быть, не сразу, но ты меня извини, я тоже и занятой человек, и хожу и в лес, а в лесу иногда интернета нету, в общем, ну, могу по возможности ответить на их дома. Также хочу передать огромный привет Андрею Караульщикову. Андрюха, я знаю, что ты мне пишешь комментарии, по возможности я отвечаю, но я не знаю, откуда ты, вроде ты с Новосибирска. Новосибирск с нами рядышком, где-то там в 400 километрах, если мне память не изменяет. Ну, с географией у меня в школе было плохо, я в основном любил предмет биология, как вы уже поняли, что я хожу в походы. Вот, Андрюха, огромный тебе респект с гамака. Вот, также хочу передать огромный привет Инне Хмыровой, которая тоже мне постоянно комментарии пишет. Тоже я на их отвечаю. Мы с ней списываемся и в Одноклассниках, и в личку, и под каждым видео, и под фотографиями. В общем, Инна,
Счастья тебе, здоровья, не болей. В общем, если будет желание, можешь приехать в гости. Свожу тебя по нашей тайге. Покормим комаров вместе гнус и посмотрим на медведя. Также хочу передать огромный привет на реке и не только канал. Это раньше канал был Шерегешская рыбалка. Вот, Шерегеш от нас в 50 километрах. Так что, дружище, привет тебе, земляк мой драгоценный. Как-нибудь я сейчас коронавирус закончится, я обязательно приеду в горы к вам, в Шерегеш. Вот, и пока там, по-моему, подъемники не работают. Вот, рыбалка и отдых тоже огромный привет с тайги сибирской. Также Михаил Туопов. Туопов или Туупов, я вот фамилии коверкать не люблю, но читаю так, как я вижу. Вот. Спасибо тебе огромное, дружище. Тоже тебе передаю огромный привет с гамака. Лежу сейчас, друзья, всем привет и решил передать. Вот. Ну, вроде все пока, друзья. Если, извините, кого-то не назвал, пишите в комментариях, кто хочет, чтобы я передал привет в следующем видео. Я обязательно передам, друзья. Я обязательно также сделаю скриншоты и также буду передавать там в палатке, либо у костра где-то. Сегодня у костра сидеть не могу, друзья. Я сегодня даже покушать нормально не смог. Мне просто отгрызли уши, руки, в общем. И сейчас вот мошка летает. Как она сквозь москитку эту лезет? Вроде и замок у меня до конца там закрыто все. Не пойму вообще ничего, ребята. Вот, сейчас самый пик комаров этих. В общем, гнуса. И вот то, что было в начале мая, самый пик клещей, а сейчас самый пик гнуса. Я вот попал, друзья, в этот пик. Так что, друзья, извиняйте, если сегодня не посидим у ночного костра, то посидим в следующий раз. Потому что я даже обутки не смог снять, берцы. У меня там они зашнурованы, в общем, я не смог их снять. Просто залез в берцы, в гамак. Вот, лишь бы быстрее, короче, спрятаться от таких гадов. Вот, ну а сейчас маленько полежу, а там видно будет, друзья. Костерчик дымит там потихоньку, но дым на гнус не влияет, в общем. Они, что и есть дым, что нету для них дыма, обычно такого нет. Обычно комар все равно боится дыма, а тут, ребята, это какая-то жесть вообще. Ну что, ребят, время у нас 23:19. По местному. Вот, короче, буду укладываться спать. Не стал, короче, со стола убирать остатки курицы. Думаю, нормально все будет. Там лапкой все накрыл. Вот. И, короче, не стал выходить с гамака, чтобы занести с улицы вещи. Ну, конечно, конденсат там будет, но думаю, не такой значительный. Вот, у меня еще и штатив там вот стоит на этом. За этим, за тентом, с повербанком. Ну, думаю, ничего, нормально, выживет. Вот. Написали тут это, где ВКонтакте или в комментариях в каком-то, тут зашел на YouTube. Тут берет только Ешка и то через защищенный телефон, в общем. На этом, на МТСе связи что-то вообще нет. Только экстренные вызовы показывает. Не знаю, в чем дело. Вот, написали, что медведи, говорит, как, говорит, комаров в лесу стало. Но это все из-за пожаров пришли, конечно, к нам они. Вот, говорит, ходят тут рядом, бродят. Ну, думаю, нормально все будет. Ночь пройдет нормально. Даже без костра. Так что, друзья, извиняйте. Сегодня ночка будет темная и, надеюсь, не холодная.
Вот, даже не стал рюкзак затаскивать с улицы. Неохота выходить. Гнус нападает. Вот. Так что ладно, друзья. Ну что, друзья, доброе утро. Время. Ого, уже 10 часов утра. В общем, ночь прошла спокойно. Никаких происшествий не было. Сейчас буду вставать, разводить костер, готовить кушать. Ну а потом уже будем потихоньку собираться домой. Так что, ребята, ночью, кстати, был небольшой дождь. Сперва где-то в час ночи поднялся ветер сильный, а потом пошел небольшой дождик. Так, ну кушать я буду, ребята, прямо здесь, потому что на улице дождик идет. У костра хоть маленько теплее. Комары тоже опять начали жрать. Так, ну что, друзья, на этом мой адский поход в тайгу подошел к концу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся, друзья, в следующем походе. Всем пока. С вами был канал Сибирский Бродяга и я, его автор, Новиков Евгений. До скорых встреч!